У меня много вдохновителей из исполнителей. Наверное, нет смысла перечислять всех великих, там, Джастин Тимберлейк, Стиви Уандер. Я, наверное, скажу то, что на душе. Я больше всего вдохновляюсь с работ моих Team Chris, потому что, правда, они заставляют меня верить, что есть для кого трудиться и есть смысл в каждом моем дне. И почти все, что я делаю для них, поэтому они мои вдохновители. С Филиппом Киркоровым. You know how to find me. Ну и еще, конечно же, у меня сейчас есть просто любимый автор, композитор, и это Джулия Майклс. Просто dream duet. Это записать с ней какой-нибудь трек. С огромным удовольствием, но только если как зритель, потому что, мне кажется, я и так много всего со своими волосами делаю в последнее время. Мне кажется, я просто облысею на уровне стресса. Не люблю вопрос, если мы живем сегодня, сегодня я артист, сегодня я пою, поэтому я не хочу рассматривать другие варианты. Первое желание. Легко, мне кажется, любой бы это загадал, чтобы моя семья была жива-здорова. Второе, наверное, чтобы все у меня выходило в сроки, потому что с этим постоянная беда не только у артистов, но в принципе у людей. И, наверное, последнее. Сегодня очень долго стоял в пробке, эти снегопады достали уже, поэтому Москва, пожалуйста, убери вот это вот все. Снега, давайте лето уже поскорее. Идея пришла из названия «Глубина». Мы подумали о глубине мысли и глубине океана, так как я водный знак рыбы, я очень люблю воду, очень люблю плавать и чувствую себя очень комфортно в воде. И решили попробовать снять что-то интересное, необычное, что-то, что мы еще не видели в Ютубе. И решили не хитрить и никаких спецэффектов, ничего, правда, снять в бассейне. Это было трудно, потому что было холодно на улице очень, а в бассейне была вода 30 градусов, как только я выходил из него, было очень-очень холодно. В воде я провел в общей сложности около 5 часов, по-моему, так, я не помню. И так и снимали, как вы видите, меня кидали в воду, можете в Инстаграме найти. И ловили кадры, ловили моменты. Все снимали сами, и мне кажется, что у нас очень плохо получилось. Вообще по-разному. Одно время я думал, что я обожаю блондинок. У меня была девушка-блондинка на тот период. Сейчас я что-то залип прямо на азиатах, поэтому... Правда, не могу сказать. В данный момент читаю книжку Марка Мэнсона «Искусство пофигизма». Советую всем, потому что правда ставит мозги на место, и начинаешь проще относиться ко всему. Уже говорил, что очень боюсь летать, поэтому было бы здорово, если бы человек наконец-то бы изобрел телепорт, щелкнул из дома. Новая песня выходит в марте, поэтому ждите, прям вот очень скоро. А альбом, песни готовятся, на EP-шку уже, думаю, хватает, но нужно все обдумать, нужно найти точную дату релиза, потому что это все не так просто, как кажется, ты не просто нажал кнопку, выставил, есть очень много всяких стратегий, поэтому это тоже не на мне, поэтому я не могу вам сказать точно. Я, наверное, сейчас буду звучать как какой-то напыщенный или довольный собой человек. Я считаю, что я бы ничего не менял в своей жизни, и даже все мои... Сейчас объясню, почему. Не потому, что я такой святой, хороший, нет. Наоборот, все то, что мы делаем, имеет смысл, и возможно, если бы я когда-то, там, не знаю, не нагрубил кому-то или там, не знаю, не психанул на что-то, я бы сейчас не сидел бы здесь и не разговаривал бы с вами, поэтому я ни о чем не сожалею. Не помню, рассказывал или нет, я не знаю, зачитывайте вот эти вот детские поцелуйчики, когда мы находим себя и прикалываемся, играем в бутылочку, но поцелуй, который я запомнил, и могу сказать, что это мой первый поцелуй, 15-й год, лето, с кем, не могу сказать, на пляже, ночь, луна, романтика, красиво. После награды ЭБА, когда мы все получили, мы должны были вылетать из Амстердама в Москву, и я прошел все регистрации, я прошел просто все. Для тех, кто не знает, я очень боюсь летать, я не переношу перелеты никак, ни часовые, ни пятичасовые. И прямо перед самолетом я отправил своего брата и Марию из Team Chris самолет, и прямо перед самолетом я сказал, пока я стою в Амстердаме. Конечно же, сначала они были в шоке, но потом мне сказали, почему бы и нет, твоя жизнь, новый экспириенс, попробуй. Остался без чемодана, чемодан улетел в Москву, документы, телефон, все
все, что мне нужно. Я позвонил организаторам фестиваля Eurosonic, где нашли машину. Меня отвезли обратно в Гренинген, и я очень прикольно провел время на фестивале. Ярких моментов было, правда, очень много, но, наверное, самые яркие это рождение моей младшей сестренки Софии. Как сейчас помню, это мне было 6 лет. Я был очень рад ее увидеть. Она была похожа на маленького инопланетянина, вся красная и смешная большими глазами. Она была умной, она сейчас в 11 лет умнее и смышленнее, чем я, по-моему. И мне кажется, у нее большое будущее, я в нее верю. Для меня критично важно, чтобы артист был настоящим и искренним, поэтому я сам отвечаю на комментарии, я сам отвечаю поклонникам, и я сам веду свои соцсети. Да, конечно, с помощью и с поддержкой специалистов, но пиар-менеджеры пиар-менеджерами, Инстаграм мой, поэтому веду его. Обожаю запах победы. Сейчас объясню. Как только мы получили награду Public Choice Awards на Эбба в Грёнингене, мы пошли праздновать, и нам принесли самые вкусные крокеты в моей жизни. И вот он, запах победы, самые вкусные крокеты. Мечтаю о тату. У меня есть некие страхи, потому что я аллергичен ко всем фруктам, например. Нам очень много разных вещей. Всем известно, что на тату, на саму краску тоже бывает аллергия, поэтому мне нужно все это изучить и проверить. Но если я сделаю себе тату, наверное, первое будет... Я бы хотел, чтобы это было что-то важное, но, наверное, я отдам свое первое тату своим поклонникам, обращусь к ним, попрошу их придумать для меня татуировку. Это очень рискованно. Я не уверен, что так будет, но мне кажется, это было бы прикольно, можно было бы даже это задокументировать. Через 20 лет я вижу себя suit and tan, как Джастин Тимберлейк, и надеюсь, что у меня будет любящая жена, надеюсь, что у меня будут дети. По-моему, это не смысл жизни, не прям смысл жизни, но мне кажется, это в какой-то степени неизбежно, поэтому я хочу просто быть счастливым.